Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики канала People Life. С вами я, мое имя Нонна Мусолян. И сегодня на скайп-связи виртуальной студии с нами мастер ведической астрологии, хиромант Владимир Бадиян. Владимир, здравствуйте, рада вас видеть. Здравствуйте. Здравствуйте всем тоже. Благодарю. Будем приступать сразу к нашим вопросам. Скажите, прогноз на декабрь для Украины. Делали ли вы, я думаю, вы уже успели исследовать тему, потому что пишем мы в конце ноября. И каков прогноз для крупных городов? Как будут работать критические инфраструктуры? Какая будет в целом энергетика? Какие будут интересные моменты для украинцев, для нашей страны, если мы возьмем с точки зрения ведической астрологии и расположения планет? Ну да, я смотрел на месяц для Украины, на декабрь. Насколько видно, будут, скажем, вот как этот месяц идет по сложности, да, отключение и так дальше. То есть центральная Украина будет, насколько я так помню, также Львов будет, Львов или Западная Украина будет напряжение. Может быть, даже Львов сильнее всего будет страдать. Вот, да, тут как бы на запад. Но, тем не менее, там говорят, что до 10 дней хотят отключить, или, может быть, и так далее. Но не должно быть 10 дней, могут отключать там на какое-то время. Mm-hmm. На день, ну, на день или на 3, или ну, где-то в таком районе, может быть, на 5, это самое больше. И то, думаю, что 3 дня. Вот, но вот эта ситуация у нас в следующем месяце, она еще будет продолжаться. Mm-hmm. Но, тем не менее, у нас, насколько я вижу, как бы, ну, есть поддержка, какие-то новые технологии тоже у нас есть, или они будут нам поставляться, потому что очень сильная такая поддержка за границей. Вот, и как бы так сказать, без света или без всего нам не дадут остаться, скорее всего. Это я поняла, декабрь будет таким же примерно, как ноябрь, с веерными отключениями. Инфраструктуры будут страдать, но их быстро будут коммунальщики восстанавливать. А какой общий прогноз энергетика декабря? Может, какие-то есть даты, на которые нам стоит обратить внимание в какой-то декаде месяца? Ну, есть некоторые даты. Это 4 декабря. Угу. Вообще до 4 декабря ситуация у нас как бы сложная считается. Угу. Вот я это уже говорил раньше. Дальше оно как-то начнет немножко меняться, но самый первый с 1 по 4 декабря это самый такой напряженный период. Я думаю, что может быть еще удар такой массированный, и что какая-то атака. Потом на протяжении до 14 декабря, где-то в районе 14 декабря, может быть еще один какой-то вот удар, но также это будет связано с Польшей. Это отдельная тема, но как бы она сюда как-то тоже включается. Вот, в основном вот это с 1 по 14 напряженный период, потом с 14 по 19 напряженный и 23-30. Это вот периоды, которые… Ну, 23-30, я думаю, что меньше. Вот, mm-hmm. вот эти два периода. Mm-hmm. Вот, энергетическое… с 23-го как раз, наверное, будет такая массовая… что-то финансовое вливание в эту энергетическую сферу. Это может быть новые вот этих технологий, как раз этого времени начнут больше водить. И оно уже начнет как-то вот, ну, может восстанавливаться или уменьшаться хотя бы, насколько я вижу. Но все равно, пока что вот такая вот ситуация, знаете, опять-таки по знакам очень хорошо видно, как работает. Может, вы смотрели «Слуга народа» фильм когда-то, да? Это такой фильм, который был создан, наверное, не случайно, но тем не менее. Вот там же тоже была такая одна зима «Слуги народа». Вот я тоже, когда ее смотрел, я видел знак, что будет вот такая ситуация, когда у нас будет очень там все дорого, с энергетикой проблема, там прям один… Это было еще где-то, сколько там, в 16-м или 18-м году, я не помню, когда это было, 18-й год. И вот оно через 4 года такое произошло. Ну, значит, это долго не будет однозначно, но максимум это может быть, ну не знаю, там до февраля, может быть до конца зимы, ну февраль это уже… конец зимы, но тем не менее вот такая ситуация, как сейчас, и по районам, вот говорю, западные районы, Львов, может быть, даже у нас здесь в Муцке, будут проблемы
со светом. Да, да. Значит, касательно «Слуги народа» я с вами согласна. Я сама буквально недавно вспоминала то, что как 25-й кадр это все сработало, как программирование пространства, как символизм. В принципе, очень многие события, все, которые были в этом сериале, проигрываются. Только он завершился таким образом, что посмотрим, как завершатся события в Украине. Не будем загадывать. Вы уже немножко вскользь заговорили о Польше. Как видят вы, как мастер-практик, который смотрит на все через призму планет и каких-то таких более точных расчетов, как человек, который это все ощущает в пространстве, какова роль Польши сейчас в этом конфликте? Может ли она вступить вообще в войну? И какой гороскоп у этой страны? Ну, я в данном случае не гороскоп Польши смотрю, а прашну, то есть это по вопросу. Так. Вот это немножко другая тема, но тем не менее вопрос, что будет с Польшей, был вопрос уже ко мне задавали, будет ли нападение Польши, ну, вернее, Польша войдет ли в войну с Россией и в эту войну. Но, в принципе, я видел, что они готовы, они тренируются, они как бы там серьезно готовятся к войне. Но то, что они вступят в войну, я такого не вижу. Вот. Самое интересное, что вот как бы там мне почему-то были проблемы с техникой. Я там один раз посмотрел сюда, потом, когда это все настроилось, вижу, что нет. Есть некая вероятность, что 14 декабря будет какая-то активация и будет повторный удар. Или какая-то ситуация связана с Польшей опять. Такая же, как сейчас. Вот, что-то опять тянется, но у нее есть определенный сдерживающий, ее сдерживает. Сдерживает из-за границы, но там очень сильно сдерживает, наверное, НАТО. И очень дальняя страна — это Америка. То есть она не будет вступать, как бы она не хотела. Еще одна страна, которая сдерживает, или кто-то, это Ватикан. Да. Да, тоже очень сильно сдерживающий фактор, потому что католицизм как-то, оно все сильно... Ну, связано с такой религиозным фактором, я смотрел, тоже играет большую роль, потому что сам папа, скажем так, по своей сути, он имеет поддержку того же самого, вернее, он поддерживает Путина. Насколько я видел, я этот вопрос уже исследовал, действительно есть связь, и еще смотрел по истории, например, в 2014 году, когда у нас вот это все началось, и наш в 2015 году Порошенко туда ездил, к папе, да, в Ватикан, и также ездил Путин. И долго там был разговор, что они говорили, неведомо, но тем не менее, вот папа, он постоянно выступает против. Он говорит, там надо вот с перемирия делать и так дальше. То есть он явно не в нашу сторону настроен. Он это все делает завуалированно. У меня был к вам вопрос, и вы как раз, видимо, прочувствовали это. Я хотела спросить как раз, кто на самом деле поддерживает Украину, а кто нет. Кто на чьей стороне, какие страны на стороне Российской Федерации, какие страны... на стороне Украины, кому это выгодно и какова роль фигуры Папы Римского и на текущий ход войны, да, на влияние этих событий? Ну, Папа Римский изначально, они были как бы подстрекателями этого всего. То есть, во-первых, они... Я так думаю, что Путин сомневался. Почему? Потому что я анализировал его портрет. Ну, есть такая физиогномика. Физиогномика наука, да. Просто немножко этим занимаюсь и смотрел, как бы вот там, как когда-то было еще Эрдоган приезжал к Путину, вот там еще что-то, как бы видно, и у Путина очень хорошие вот эти рожки есть. Удача. То есть это человек, который если посмотреть с разных уже интервью, там Пугачев говорит, даже Гиркин, что говорит, то можно видеть, что Путин, как бы ему это пришло на блюдечке, вот то, что он получил, место, скажем так. Вот. И он не есть такой лидер, как действительно он себя выдает. Ну, вот как бы как ему получается. И у него удача, как бы, так сказать, остановилась его на определенном моменте. Но люди, которые вот живут такой удачей, у них есть одна особенность. Они думают, что они все могут. То есть они не заслужили.
Да, у них вот эта гордость такая. То есть они, ну, то у него это как бы то, что он знает правду, потому что, ну, потому что все, что он раньше делал, это, как бы так сказать, оно приносило успех России там и так далее, победы. Вот. И сейчас тоже, то есть он привык, что вот так, он думает, что по-другому нельзя. Вот. И, но тем не менее, он как тому к портрету то, что он сам как бы не сильно такой решительный, как кажется. А вот папа был подстрекатель. То есть он как бы говорил, что ну как, там есть свои, что можно, можно нападать, можно, или, скажем, они поддержат. Поддержка какая? Не военная, но в сферах Рим имеет, Ватикан имеет определенное влияние. Вот. И Ватикан — это определенная такая, ну, причина войны, почему война вообще, вот почему Ватикан туда ввязывается. Потому что изначально еще в 2014 году, скажем, я смотрел некоторые вопросы и консультировал разных людей, которые были связаны с Майданом, там, с началом этой войны и так дальше. Вот. И война была сделана по одной, по нескольким причинам, и это видно сейчас по карте, наши ресурсы. Во-первых, у нас очень интересные ресурсы — земля. Во-вторых, делать военную машину, боевой кулак с Украины хотят. В-третьих, чтобы ресурсы забрать и землю, так сказать, забрать или как-то, надо очень объединить народ и уменьшить, уменьшить. Миллионы там сейчас уехали и так дальше. Это один момент. А другой, то есть это один, я не знал просто когда и кто. Вот. А сейчас есть борьба, ну так скажем, если глобально, то вот эти, помните, в Ватикане же не случайно вот эти чайка и ворона набросились. Ворона — это Россия, черная чайка — это Америка. Вот. И Америка могла бы больше давать, намного больше, но она не дает и не будет давать. Вот. Этот ленд-лиз — это как бы внешняя такая вещь. То есть я, насколько я видел, не то, что как бы вся Америка, там все не так просто, как у нас, да, там. То есть у них там как бы система такая, что, ну, как бы сложная, там не так просто вот открыто все делать. Но тем не менее, палки и колеса, очень, некоторые, скажем так, люди, которые вот, ну там, не знаю, или система, они не очень мешают. Вот. И это все связано и с Ватиканом, с Россией, с Америкой. А другая сторона — это Англия, это Европа. Ну, Китай сюда входит, также это к России, например. Вот насколько я вижу, что вот Ватикан как бы просто Путин, он также и с, ну, как бы с Байденом тоже были договора. Я тоже смотрел, например, Прашну, что это за самолет такой летал после того, где-то в марте, в Россию, президентский самолет, кто там был на борту, что туда возили. То есть это были определенные договоренности. Вот, ну, те, и ну, и по карте войны это видно. То есть Ватикан — это подстекатель, он поддерживает, но его функция небольшая сейчас. Он просто как бы, ну как сказать, он не влияет сильно на то, что там закончится война, не закончится, но они, скажем, насколько я вижу, они видят на шаг вперед. То есть они не так смотрят, как мы. Мы в этом всем варимся, они знают, как, куда это выйдет. То есть если мы, например, там любые варианты войны окончания, они как бы просчитывают. По сути дела, вот этот ресурс Украину делят на сферы влияния. Угу. Вот. Ну, и, соответственно, там же не придет там папа к нам, или какие-то там за границей нас будут покупать земли. Нет, это наши, но которые с ними сотрудничают. Вот. А наши, они ж часто как бы, что у нас сейчас творится там, вот, и что было до войны, если вы видели, это как бы наши готовы продать. Вот Донец почему страдает? Ну, ну, одна из причин. Люди хотели, вот то, что хотели, то получили. Вот. Но с другой стороны, потому что мы тоже мало вложились, ну, как бы очень запутано все, очень много обмана. Люди уже не хотят войны, они готовы на все, ну, как бы, чтобы это остановилось. Но вот насколько я вижу, что это как бы такая ситуация с Ватиканом, есть влияние. Не буду от себя говорить, вот чисто технически постараюсь отвечать. Вы смотрите через метод своих просчетов, метод исследований и наблюдений, это какой-то определенный анализ, который вы делали, это не из головы. Я понимаю, о чем вы говорите. Ну, это имеет место быть, потому что астрология — это точная наука. И я понимаю, что у вас там несколько методов, но собрано. Но тем не менее, скажите, а какова ситуация в части Запорожья? Что происходит? Во-первых, вопрос, вы тогда сказали по поводу 4 декабря, я сразу вспомнила прогноз нашего одного тоже гостя, он целитель ясновидящий, он говорил, что видел угрозу взрыва на
АЭС все-таки, да, на аварии 4 декабря. То есть один из веток сценариев вероятности, да, я просто, чтобы не пугать людей, просто говорю, что есть такой момент. Какая ситуация в Запорожской области, в Запорожье? И я знаю, вы исследовали тему немножко, у вас есть ряд клиентов из этой области. Поговаривают, что жители Энергодара, русские, принуждают переписывать недвижимость на себя. Поделитесь, пожалуйста, этой информацией. Да, я вот, пожалуй, с последнего начну. Спасибо, я вот искал. Да, вот искал этот вопрос у себя. Недавно я консультировал жителя, который только-только недавно выехал из Энергодара. Вот. И как раз на этой станции работал и так далее, то есть там занимал положение. То есть очень, скажем так, интересный момент. И был вопрос, я даже его прочитаю, чтобы было понятно, что происходит. Так, где она? В Энергодаре орки потребовали в трехдневный срок, это было 19-го, сегодня уже третий день, в трехдневный срок поставить на их учеты квартиры. Свои квартиры, то есть те, кто работает на атомной станции и так дальше в самом городе. Ну, там все работают, по сути, это город вокруг этой станции. Вопрос, хотят расселять своих орков? Вот, ну и дальше там личный вопрос и так далее, потому что человек боится за свою квартиру. Вот, так что как бы правда это или нет? Да, правда, это человек, который приехал, который там квартира, недвижимость, который работал, вот только недавно приехал. Вот, насколько Энергодар квартира? То есть я вижу, что, во-первых, ну, просто показывает, что будут что-то забирать. Однозначно будут забирать, будут перемены в людей, то есть не оставят так, как есть. Потому что я вот только сделал эту прашну. То есть это прашна — это вопрос или харарная астрология. То есть однозначно будет движение. Харарная астрология — это прашна, это то, что мы спрашиваем в момент времени, да? Вот, например, если я задала вам вопрос в 16:39, значит, вы смотрите на момент этого. Ну, к примеру, я говорю, да? Да. Ну, это на самом деле физика. Квантовая физика, она показывает, что пространство, оно связано. Вопрос возникает тогда, когда его время. Просто планеты, вы задаете вопрос, потому что под воздействием энергии состояние определенного. Можно найти ответ. Я по этому принципу действую знаки. Вот, ну, здесь больше. То есть я вижу, что все-таки вопрос связан, ну, почти-почти. Оно показывает, ну, как бы есть момент, что там как бы что-то будут забирать, что-то не будут. Но не то, что прям все позабирают. Но перемены будут однозначно, что-то они будут отписывать. И такая тема есть, они что-то придумали. Это связано вот, как бы есть определенная скрытая тема, насколько я вижу. Понятное дело, что это связано с войной. Либо они хотят как-то заселить туда других людей, они понимают, что своих. Они прям не будут забирать квартиру, но хотят заселить своих людей, потому что я вижу, что забирание как таковое, скорее всего, что не будет. Скорее будет там как-то вот манипуляция какая-то. Тоже, чтобы держать людей, напугать людей. И, ну, это скорпион. Здесь начало скорпиона — это как бы быстрая перемена и такое, скажем, манипуляции. Это для манипуляции. Именно запутать. То есть, наверное, будут своих поселять, потому что тоже здесь видно. И там будет такая вот микс какой-то. Но забирать прям не будут. Может, кого-то там в редкий... Как бы, как она говорила, что, скажем, с высшим звеном, например, на самой станции вообще, они считаются. Вот, ну, кто там, а с меньшими, там, например, там, водолазами, еще какими-то людьми, там просто одного, ну, короче, убивают, там, делают, что хотят. Или просто могут там плюнуть в лицо или там стукнуть перекладом, если захотят. То есть как бы были случаи убийств просто за то, что человек что-то не хотел сделать. Или там еще что-то не так посмотрел. То есть как бы есть моменты, но, как я говорю, простым больше отпадает. Простым людям, которых там можно легко заменить. Вот таких там, ну, как бы могут делать, что хотят. Очень ментально тяжело там людям. Вот, а насчет того, что будут взрывать или нет, я не вижу, что будут взрывать эту станцию. Но это очень маловероятно. Но этот ядерный взрыв, я слышал, там ставили его на 11 вот этого месяца, да, ноября, что где-то с 11-го должен быть или 8-го. Нет,
ядерного взрыва не будет какого-то там вот этой станции. Там могут ну, что-то сделать, придушить, там, я не знаю, ну, как бы какие-то манипуляции, что-то будет там. Но так, что будет взрыв, такого не вряд ли очень. Это радует, что не будет никаких радиационных моментов в нашей стране. Владимир, благодарю вас. Есть последний вопрос, очень короткий, лаконичный. Скажите, война закончится внезапно? Я еще хотел, да, вот вы знаки видели, я вот это понял недавно. Вот как Москва затонула, как Киев отошел, как Харьков, как Херсон. То есть все было внезапно. Такой характер войны, она, такой характер Путина. То есть он, на самом деле, он говорит, что он сильный, но когда его нажимаешь, он сразу говорит, а мне это не, вот очень хорошо, мне это не нужно. Это Пугачев говорил. Вот. Путин такой, что он раз, и вот так и она будет. Ну, закончится как бы так, все вроде так накалилось, потом раз, почему-то остановка. По договорам будет, конечно. Ну, это тактика больше человека, склонного к манипуляциям. Это, так, это больше уже вопрос психологии, потому что человек, который манипулятивный, он нестабильный, у него психика нестабильна, он и действует очень... Ну, его просчитать невозможно, и в то же время у него очень часто меняется настроение, я это понимаю. А что говорит астрология? Какие у нас шансы на завершение весной? Спрашиваю этот вопрос практически у всех астрологов и делаю сама аналитику. Насколько? Потому что мы же знаем, что вероятность есть большая, но бывают разные моменты в сценариях, и очень многое зависит от людей, от нашего мировоззрения, от поступков и... В принципе, вот принятие каких-то решений. Ну, в феврале там должны будут быть переговоры. Когда-то еще в начале, в конце 21 года, в декабре или в сентябре, меня журналистка спросила, будет, сядет ли, или где-то вот в этот период, сядет ли Путин и Зеленский, наш президент, за один стол переговоров или как-то. Я сказал, да, они сядут. Они сядут где-то вот. Где-то еще войны не было ничего. Я сказал, сядут вот в марте или феврале 22 года. Но я ошибся в этом смысле. Но я сейчас вижу, что я действительно ошибся. Почему? Потому что я быстро ответ давал. А там они действительно сядут. Я еще раз скажу, они сядут за переговоры, и действительно это будет либо февраль, либо март, но только не 22-23 года. Вот, это один момент. И война, она должна начнется. Первый шаг будет — это переговоры. То есть переговоры начнутся. Они где-то вот в феврале начнутся. Это будет как бы знак того, что она будет все-таки к завершению идти. И ну, это с февраля, где-то вот, может быть, там месяца 2-3 или 2 месяца, может, месяц. Но это весной она должна. Там как бы, что такое окончание войны, это еще один вопрос. То есть то, что откроют границы там, и так дальше, еще какие-то локальные моменты будут, вопросы по Крыму, внутренние моменты в Украине. Это еще будет до лета 2024 года. Много вопросов. Там, когда Крым вернется и так дальше. Скорее всего, я смотрел, что Крым, например, вернется не так быстро. Вот это момент на 7 лет или 4 года там, 4-7 лет, вот скорее всего так будет. Владимир, я имела в виду... применение оружия, вот сами вот моменты там ракетных ударов, огня с неба, угрозы для людей, там опасности и так далее. То есть вы имеете в виду, что есть шанс сесть за стол переговоров, все пойдет на спад, ну а потом мы будем все восстанавливать, вычищать и открывать границы. Я правильно вас услышала, да? Да, да, такое будет. Ну там переговоры будут по Крыму, много будет переговоров, потому что... Ну, это как бы и так видно без астрологии, что будут. И единственный вопрос, когда любая война переговорами заканчивается, и видно, что будет переговор. Ну, влияние Запада очень сильное. Вот. Очень сильно будут угрожать вот этой бомбой ядерной, ядерной атакой. Это будет долго еще длиться, ну, какое-то время точно. Особенно вот эта импульсная бомба там еще хотят угрожать и так дальше. Но это все угроза, скорее всего. Я поняла, что это все больше на словах и манипуляция, как мы уже понимаем, для того, чтобы все-таки Украина села за стол переговоров. А дальше будем наблюдать, как оно будет. Будем наблюдать, что происходит в пространстве. Я вас благодарю за
уделенное время нашему эфиру, нашему интервью. Мы вас обязательно пригласим в ближайшем будущем. Так что готовьте прогноз на 2023 год. Будем рады. Друзья, с нами был мастер ведической астрологии, хиромант Владимир Бадьян. Мое имя Нонна Мусалян. Это канал People Life. Оставайтесь с нами, подписывайтесь, ставьте лайки, если еще не успели этого сделать. Передавайте видео дальше, так сказать. И до новых встреч.